В данном видео мы с вами разберем такой пример из курса алгебры 8 класса. Докажите, что уравнение не может иметь корней одинаковых знаков. И уравнение 3х квадрате плюс 113х минус 7 равно 0. Вначале мы разделим левую и правую часть уравнения на 3. Получится следующее уравнение. Далее мы находим с вами дискриминант, но мы не будем его вычислять. Наша задача заключается в том, чтобы узнать знак дискриминанта. Как видно, из этих расчетов дискриминант получается больше нуля. Поэтому мы делаем вывод, что у этого квадратного уравнения будет два корня. По теореме Виета мы имеем, что x1 умножить на x2 равно минус 7 третьих. То есть получается, что произведение корней этого квадратного уравнения получилось минус 7 третьих. Следовательно, мы делаем вывод, что у этого уравнения корни будут иметь противоположные знаки, что и требовалось доказать.